Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Фила Бардена «Взлом маркетинга. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и со всей силы влупить по колокольчику, а мы начинаем. Факт номер один. Маркетинг скорее жив, чем мертв. Фил Барден полностью опровергает точку зрения, что в современном мире не нужны маркетологи. Он четко показывает, насколько идеи маркетинга совершенствуются вместе с потребителями и продолжают активно работать на рынке. Не товар, а цель. В своей книге автор придерживается мысли, что важен не сам товар, а цели, которые преследуют покупатели во время его приобретения. Именно на эти цели и делается акцент в процессе создания правильных маркетинговых ходов. Третий факт – начинай дороже. Принцип большой цены, которая должна оттенять вашу цену текущую, все еще работает. Делать это можно с помощью акций и искусственного дорогого товара. Две системы. Автор уделяет внимание тому, что для принятия решений используются две основные системы – пилот и автопилот. Первая направлена на обдуманный, тщательный, проанализированный выбор человека. Вторая подразумевает влияние базовых функций. Факт номер пять – тренировка автопилота. Согласно концепции Фила Бардена, для глубинного понимания любого предмета требуется примерно 10 тысяч часов проработки. Только приобретя определенный опыт, можно стать специалистом той или иной области. Идея – основа маркетингового инструмента. Покупатели платят по 2-3 доллара за чашку кофе в Starbucks. Хотя и знают, что если быть объективным, по цене двух таких порций они купят целую банку кофе в супермаркете. Значит, они покупают что-то еще, помимо напитка в стакане. Это и есть очень крутое воплощение идеи. Чистая ценность. Величина чистой ценности владения продуктом или услугой – это разница между удовольствием и страданием, связанным с ее получением. Восьмой факт – мотивация. Фил Барден отвергает мысль, что покупатель мотивирует себя сам. Он не просто так решает купить тот или иной товар, а потому что тот становится ему нужен. Задача маркетолога – показать потребителю, что конкретный товар ему необходим, тем самым мотивируя его к покупке. Вовлечение. Вовлекайте клиента в долгосрочные отношения искусственной ценностью, а еще лучше – натуральной. Расширяйте мировоззрение. Оптимальная работа маркетологов заключается в реализации одной конкретной цели. Нужно взять один элемент товара и доказать, что в нем он является лучшим. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Взлом маркетинга» и подкаст с детальным разбором книги. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя вместе с «Читай быстро».